томат Genovef. Многие любители небольших огородов ищут такие семена помидоров, которые бы давали плоды, пригодные лишь для использования в свежем виде. В данном случае прекрасный вариант – сорт Genovef, транспортабельный и очень урожайный. Теперь, когда стало понятно, для чего нужны семена этого сорта, остановимся более подробно на особенностях данной культуры. Для начала заметим, что над созданием сорта трудились заграничные селекционеры, в результате стараний которых получился среднеранний сорт, период вегетации которого составляет порядка 90-110 дней. В случае с помидорами Genovef непременно следует сказать о том, как заготавливать семена томатов, поскольку сорт высокоурожайный и стабильный, и мало какой огородник не захочет вырастить его в следующем году. Отберите самые лучшие и крупные плоды, из них сохраните семена для следующих посадок. Выращивая этот сорт, вы получите продукцию, соответствующую последним достижениям селекции, и станете на одну ступеньку с теми огородниками, которые стремятся идти в ногу со временем.